Так. Опа, не успел! Аккуратней! Опа! Больно, конечно. Кричит лучше, чем поднимает. Я чемпион! Вот наша звезда. Только не рифмуй ни с чем. Вот из-за этого человека я сейчас не сплю. Я мог лежать дома и спать, отдыхать. У меня башка гудит. А он вот нехороший человек. Меня вытащил это из-за вот, него. Это вот все он. А он? Как думаешь, сколько Слава максимум на толчок сделает? Ну, какой фигур? Ну, 50 килограмм сделает? Не, ну если 50, это будет слабо. Надо хотя бы вот, там гирька такая есть, 61,6. Вот ему надо сделать. Да, вот если он ее сделает, он, ну, это нормально будет с первого раза. Я, правда, с первого раза килограммов 70 сделал. Я не посмотрел, что никто не попал. Это тоже твой человек? Да. Здорово, как зовут? Коля. Коля, я говорю. Он вегетарианец уже 8 лет. 8 лет? Да. И это вот и еще один, да? Третий. Не, ну он не боец, он тренер больше. А, тренер у да. этих двоих. Вот, он с тобой готов зарубиться на руках. Да? Ему пофиг. Ну, посмотрим. Да. Его не жалко. Сам я, конечно, большие гири поднимать не буду. Что получится, то получится. Ну, может, какую-нибудь гирю, там, килограммов 65, может быть. Скорее всего, не больше. Славик все равно больше не поднимет. Ему бы свою тушу поднять бы для начала. Слава, ты слышишь оскорбление в твой адрес? Какой твой ответ? Чего надо? Ну что, сейчас Вячеславу даю возможность просто меня побороть. Опа! Я положил его! Он меня поднял! Да подожди, почему он меня поднимает вместе со столом? Потому что кашу надо кушать! Слава, кстати, да давай честно. Это большая весовая категория! Вот здесь надо постоять. Да давай, офигенно, что ли? Не с этой стороны, оттуда с ним. Что вот, за подстава? Вот на этой штуке. Давай. А он сразу кейс забрал, ну ладно. Ну он сразу. Он сразу вот сюда кисть вот так сделал, так нечестно. Ну опять он стол поднял. Я чемпион! Сюда, пожди его, пожди давай. Он не ноль. Я скажу. Не, у него очень сильные кисти, у него и у него нет. Атака более неплохо поставлена. И растягивай руку и бедро. У него уже локоть съехал. Да! Да, у тебя уже локоть съехал. Не, я не против. Мы же там ни на что не боремся там. Основная техника, как прописано в Федерации силового гиревого девятиборья, это все время одной рукой. Подхожу чуть впереди от нее, вот так. И одним движением ногами так раз. Все, взять. Не так как-то, не на бицепс. А потом просто выпрямите, секундная пауза. Сколько это? Здесь 49, 3 пуда. Вот. Да. И выпрямить. Ну, есть. Все, все, Слава. Аккуратней! Сейчас еще разочек. Да, да. Ногами больше. Она у него сбоку висит, так тяжело сделать. Снимем оператора Алексея Шредера. Многие просят просто показать оператора. Вот смотри, я считаю ошибка после 49-57 брать. Ну ладно, это его выбор. Это его выбор умереть. Слав, аккуратней, не рви назад. Если что, бросай нахуй ее. Взять, ну, видно, что запас большой. Красавчик. Есть. Кидай, 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 Слава, кидай. Нищим так аккуратно. Можно. Машина. Бля! Давай я тоже 57 подниму. Давай, Мила, зачем?
Легко. Сколько Слава следующий вес? 57 поднял. Не знаю, сколько дадут. 61,3 нормально будет? Пойдет. 61,6 гири. Да ну пускай, ладно. Пускай. Ладно, ладно, да, фиг с ним. Ну, как все нормально. Давай, толчок, Слава, толчок. Ногами помоги хорошо. Молодец. Бросай. Следующая будет 4-пудовка, 65,5. Маши. Вообще молодец. Ну я проснулся даже. Сбодрило так. Вот это моя, для него была задача, 61,6. Тяжело, нет? Вот эта гиря последняя меня аж это, я аж проснулся, у меня так эти звездочки полетели. Я так аж прям ее прочувствовал. Я еще не поднял 61, кстати. Не поддержал ее. Видишь, они не хотят тебе даже подавать, чтобы ты устал. Да, дальше. Может, что-то замахнул? Ну, вообще легко. И взятие у него хорошее, да. Я тоже должен поднять. Сейчас проверю, как. Тоже легко. Так, давай соберись только нормально. Всем внимание, всем приготовиться, одеть противогазы, потому что могу пукнуть, и вы все умрете. Пошел. Оп. Молодец. Ладно. Давай. Толкайся с ног. Оп! Выпрямиться. Бросай. Ну ничего. Нормально. Немножко не зачет. Не до выпрямления. Все зачет. Понял? Сейчас Коля Славе покажет. Так, 65,5. 4 пуда гиря. Оп. Взятие ловкое. Четкий. Какая-то темная лошадка. А на правую колян. Давайте я тоже подниму. Опа! Ой, как болит сильно. Поднять можно, если зубы стиснуть? Да, вот прям до кости. Тебе надо капу. Да, капу. 70, я думаю, он не сможет, потому что 65,5 было прям на грани. Николай 70 сделает без проблем. У него и взятие такое залетает просто. То есть он 74, скорее всего, сделает, и может даже 78 сделает. А Слава 70, мне кажется, не сделает сегодня. Можешь сделать, Слава? Сделаешь 70? Ну, по крайней мере, я пукну так, что все помрут. Давай! Лютый человек, да? Но он кричит лучше, чем поднимает. Да, кричит лучше, чем поднимает, как и я. Нет, поднять взятие, но не зафиксировал. Нет, я и говорю, что не зафиксировал. Поднять это считается, когда ты выпрямил локоть. Нет, так я локоть выпрямил, только я не удержал ее. Ну давай, Леша. 70. Опа! Не сглазь. Павел, а вы сколько максимально? Я не помню. Лех, я 70, да, по-моему, поднимал? Да, 70. Да, 70. Были попытки, у него 74, но он не смог. Там 3-4 попытки. А я 78 максимально поднимал, раза 3. Потом мы немножко докрутили, 2 килограмма 80, и было пару попыток, и 80 я не смог. На самом деле, если в таком состоянии, как сейчас, я подниму 74... Леша, хватит. Твои подписчики уже твои отмазки даже не слушают. Я вообще не думал, что будет такое сегодня. 74 килограмма. На сегодня это вообще жесть вес. Все ради контента! Опа! Ну так, больно, конечно. Больше все я не поднимаю, даже если Николай 78 поднимет. Смотри, машина какая, не то что я старик 42-летний. Он вегетарианец, чисто на траве. Блин, фига себе, мне бы найти такой травы. Если он не обманывает и реально гири никогда не поднимал, то он красава, он у него не задатки. Я думаю, вот сейчас ему можно 82 ставить. Ну, или через 78. Не, давай 82. 82, да. Сможешь 82? Я думаю, что да. Так не тяжело. Больно с суставом и связком, с непривычкой. А так, чтобы тяжело было, не тяжело.
Опа! Немножко перелетел. Смотри, ты его принимай вот не сюда, у тебя столько силы, что ты вот так. Смотри, и вот сюда подсаживайся. То есть, смотри, ты сюда кидаешь, а ты вот сюда, вот в это. Лежбище. Нет, все нормально, точно? Да. Серьезно настроен, 78 пропускает. 82 кило, оп. И сейчас, только не с дельты надо спустить. Ну ладно, хотя бы так. Все-таки 82 тяжеловато, да? Закидывать будешь пробовать больше? 98, да, пробую. Сразу? А сколько там? 90. Ну сначала 90, наверное. Ну да. Сейчас еще раз попробуем. Ладно, значит. Дай-ка на левую я попробую. Этот вес? Слав, не надо. Слава и 90 килограмм. Чуть не пошло. 18, 19, 20, 21, 22 метра. А сейчас это называется фермерская прогулка. Нет. С гирями? Да. Прогулка гиревичка. А, прогулка гиревичка. Сколько килограмм каждая? Каждая гиря 98,5 кг, 6 пудов. Две гири, получается, весит 197. Нужно взять закрытым хватом. Дужки 50 миллиметров на гирях, да, толстые. Короче, как у Rolling Thunder, только не крутящиеся. Это упражнение на координацию движений и, конечно же, на силу хвата. Сможешь? Я не знаю, даже поднять смогу я или нет. Ну что, тренер по боксу в деле? Или нет? Или нет? Вообще, что ли, шутите? Не могу. Нет, не надо так. Ну что, Алексей, доводи? Ни одного метра. Давай, 3-4. Сейчас это очень интересно. Это жесть. Там время идет, то есть. Ты не ходишь пока. Тебе надо идти. Не надо, не надо, не болтайся. Потом за шею поднялся. Это номер. Ноги после стойки подкашиваются. Так. Давай, терпи. Давай. Четвертое. Может, хватит? Давай, давай. Иди. Иди, иди, иди. Ноги после стойки мабу просто вот так. Как у какой-то жабы. У тебя что, порох сыпется? Сейчас покажу кого. А еще после армы у меня же болит вот тут. Я когда отпустил, у меня вот здесь как все заболело. Когда нес нормально, когда отпустил. А вначале слышали, прострелило, это в плече. Хрустнуло. Давай, Коля, Коляны, як мог быть, когда чемпионшип. Обычный день школы идет у меня. Из пятерочки или из посылок? С рынка. Редиска там. Легко, легко, давай. Терпи. Подходи, Яша. Его рука сейчас упадет. Еще один попробуй, чуть-чуть. И потом попробуй. Оп, не донес немного. Хорошо, это победил. Чемпион. Подожди, сам еще это. Для тебя это важно, да? Я не знаю, но факт, факт, я рад, но посмотрите на него, какой он огромный. То, что я пронес больше, может это случайно, но я очень рад как бы. Ну Слава, давай. Фу, ноги уже какие-то подуставшие. Ты главное не согни ногу больше, чем надо, а то упадешь.
Вот походка похожа, как у меня, да? Давай, 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 терпи, терпи. Не урони нам. Давай, давай. Давай еще, еще, Слава, еще. Еще давай. И на ногу не урони, это еще важно. Терпи. Терпи. Главное Шреддера победить, давай. Давай, 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 давай. Блин. Получается 30. 30 пролетов. Я 36 пролетов. Николай 35 пролетов. И победил? Алексей, мать его, Шреддер. Думал, что правая рука не выдержит, не выдержал легко. Это левая. А так, в принципе, тяжело. Держать само тяжело. Ходить прям удобно. Не было такого, что и шаги. Ну и больная нога, конечно. Это после третьего начала такая ватная. Но интересно. Прям прикольно. Итог сегодняшней встречи. Самый большой нытик – это Вячеслав Дацик. Самый сильный – это Николай. Самый выносливый – это Алексей Шреддер. Самый быстрый – это Алексей Шреддер, потому что я назвал Вячеслава самым большим нытиком. Это значит, мне нужно быстрее всех убегать сейчас отсюда. Так. Опа, не успел! Так что не самый быстрый! Ну как тебе сегодняшняя заруба, понравилась? На борьбе рука забилась нормально. Ну а так Гири все понравилось? Ну прикольно, блин. Хочется подновиться и больше поднять или неинтересно? Не, ну да, охота вот эти вот большие 98, они как станут. Охота бы, конечно, поднять ее, но что-то это... Короче, пока еще пупок развязывается.